Здравствуйте. О вас мне рассказали друзья. Тогда и цена вам известна. Принесли? Да. Но сначала я хотел бы спросить. Валяйте, спрашивайте. Я хочу знать, что именно происходит. Происходит вот что. Вы платите мне мой гонорар, я делаю вам укол. И что происходит потом? Мои друзья говорили мне, что... Что я просто шарлатан? Кое-кто из них намекал на такую возможность. Знаю я, о чем болтают ваши друзья. Треплется об исполнении желаний. Они говорили, что то, что я хочу, что чего бы я не захотел. Верно. По-другому это и не работает. Мне бы не хотелось умереть. Вероятность ничтожна. Но, может быть, вы просто дадите наркотик, и это все приснится? Отдать все состояние за щепотку героина и лживую болтовню? То, что происходит, совсем не похоже на действие наркотика. И уж тем более на сон. Но есть еще один момент, о котором мне тоже говорили. Я потеряю 10 лет жизни. Тут уж ничего не поделаешь. Их я вам вернуть не смогу. Нет, мне надо еще подумать. Валяйте. Думайте. За истекшие сутки в отделении наблюдалось 7 пациентов. Смертей не было. Поступил один больной с ЭБС, прединфарктное состояние, Волков АБ, 47 лет. При поступлении в 20:45 состояние стабильно тяжелое. В сознании. Подключен к мониторам. ВВЛ не нуждается. Подробные данные в реанимационной карте. Состояние наблюдаемых больных значимых изменений не наступило. Спасибо. Доктор, в третьей палате остановка сердца. Дефибриллятор. Разряд. Разряд. Привет. Привет. Ну, есть новости? Трубку не берет. Да не переживай. Все нормально. Значит, уже скоро. Ты думаешь? Старик, все будет хорошо. Слушай, есть предложение. Давай встретимся, посидим. Где обычно? Как всегда. Ну? Давай. Я скоро. Жду. До встречи. Здорово. Здорово. Что пить будешь? Виски. Виски? Thank you.
speak as clearly as you You know Everything gets written down now Your head Just in case they could be watching Their shiny satellites Уважаемый, доброй ночи. Пожалуйста, пустите на 3 минуты. 3 минуты только. Жену поздравлю. Сейчас сообщила, что родила. Будьте добры. Здрасте, извините за беспокойство. Я ненадолго. Я знаю вас, прием посетителей до 8 вечера. Да, закончился. Я с работы сейчас. Я сам врачом работаю. Никого тревожить не буду. Я не буду заходить в корпус. Завтра и машину увидишь. Все в порядке. Что? Вернуть гонорар? Видишь?
Что там у тебя было? Странно. Почему-то никто не хочет рассказывать. Не пойму, почему. Ты сможешь сделать это постоянно? Пытаюсь. Если смогу, ты узнаешь об этом. Все узнают. Ты что, сдохнуть хочешь? Оставь себе. Завтра. Завтра?